сегодня обзор из фудбанка. Я получила продукты в церкви. Мы ездили и взяли некоторые продукты неплохие. Начну с этих пакетов вам показывать. Это здесь находится суп. Это суп называется chicken noodle. То есть из макарон, курицы. Там есть вот это плавают такие. Это морковка. Два пакета такого супа. Один раз такой уже давали раньше, такой chicken noodle. И очень был вкусный суп, кстати. Вот такой пакет с celery. Это сельдерей, да? Уже порезанное. Огромный такой. Не знаю. Не знаю даже сколько весит, но очень-очень много. Так, теперь здесь у нас что находится? Это мисо, soybean paste. Это разбавлять и делать суп японский. Такой японский суп есть, называется мисо суп. И это просто soybean paste. Леночка, Леночка, успокойся. И здесь такой три таких пакетика. Будем попробую сделать японский суп. Так, молоко. Вот молоко 3-4 такой 1% и 1 безжиренное, совсем безжиренное. До 30 января. Это получается. Леночка, тише. Значит, это еще срок годности еще не прошел, так что хорошо. Теперь mashed potatoes. Это толченая картошка. Даже есть масло внутри. Это написано Amazon Kitchen. Так, значит, толченая картошка. 4 таких пакетика. Коробочки такие здесь. 1 паунд. Это 454 грамма. Дальше. Это какой-то соус. Бичинг. Бомбей. Ругательское слово здесь написано, ну, по-другому. Написано по-другому. This dip is nuts. Это, попробуем, я не знаю, первый раз такое вижу. Попробуем, что за соус. Соуси. Дип спред какой-то almond dip. О, это из этих, из миндаля. С миндальными орешками. Так, это просто йогурт. Чебани. И это тоже чебани йогурт. Ванилья. Ванила. И страбери, клубничный йогурт. $1.79. Это такой салат из макарон сделанный. Это традиционный макарони салат. Так, здесь баночка фасоли. Это йогурт fat-free, обезжиренный йогурт Land of Lakes. И вторая банка тоже самого йогурта, обезжиренный йогурт до 26 января. Еще не прошел срок годности, но скоро пройдет. Дальше здесь находится это pie crust. Это такое тесто для пирог, для пирога. Вот еще молоко. А вот еще молоко, спасибо. Еще одно молоко. Вот такое, окей. Значит, у нас 5 банок таких молока. Таких 3 пачки. Делать пирог такой. Можно делать даже куриный пирог или просто пай. Дальше. Здесь получается sour stuffing. Это сухарики. Сухарики. Это 4 пачки таких сухарев. И я их использую для котлет. Эти такие сухари. Хлеб органик. Rustic white. Белый хлеб. Дети только такой хлеб любят. К сожалению, ну, нет. Пускай едят хотя бы хоть такой хлеб, да. И просто такой тоже белый хлеб. Такой на тостер. Sara Lee. Потом несколько яблок. Здесь 4 яблока и 1 мандаринка. Потом здесь это спраут. Спраут хороший магазин. Farmer's Market. Здесь такое слоеное тесто. 3,49. Вот такое. Упаковка тут, наверное, сколько? 6 штучек, да? Да, 6 штучек там. И здесь еще это Whole Foods. Уже дети залезли в коробочку. Это тоже слоеное тесто. Такие просто ватрушки. Теперь это салат. Coleslaw Kit. Это из капусты, морковки и красной капусты. И там даже есть дрессинг. Есть, то есть, приправа.
Ну, dressing, то есть это как dressing по-русски. Ну, подлива, да, на салат. Подлива на салат. Дальше, теперь торт. Шоколадный торт. Цена была $16, потом они сделали $13. До 17 января вроде бы. Да, до 18 января. Попробуем, что за торт такой немножко сплющенный сверху. Шоколадный торт. Потом чизкейк. Это такой... чизкейк это из торт не сыра, а из слоё, из ой, как же это сказать, из плавленого сыра, да, правильно сказать, плавленый сыр, ну короче, чизкейк Whole Foods, один кусочек был $4, получается сырный торт, просто называется сырный торт, да, чизкейк сырный торт. Неправильно все, это другое. Ну, просто, там, да, такого перевода. Тяжело перевести, короче. А бананы еще зеленые, но не полежат, они станут потом желтенькие. Потом маффинс. Маффинс такие. Три маффинс. Один, наверное, кто-то съел. Кранбери оранж маффин. Это клюква и апельсин. Клюква и апельсин. И еще донатс. Это Данилка любит донатс. Пускай кушает. Поправляется. Так, все, вот сегодня такой... А, вот я еще не забыла показать. Еще мешок. Мешок лука, это прошлый раз мы взяли. Но это мешок свеклы. Вот такая свекла огромная. Вот видите, какая огромная моя рука. И какая свекла. И там, там и длинная есть свекла, и вообще классно. Спасибо за свеклу, очень хорошо. Очень хороший продукт свекла. Все, обзор получился. Небольшой обзор, но продукты хорошие. Сегодня это с церкви мы брали. И да, спасибо за все. Буду с вами прощаться. Всем пока!